Там ну, была... Что значит они были? Вы их гримировали или они просто там были? Даже, вы знаете, Козыревой. Ну, я наблюдала их репетиции на сцене. Спектакли все смотрела. Там был Евгений Самойлов. Там кого только не было. Это вообще потрясающе. Потом пришли к нам целый курс. Это Гончаров уже когда пришел к нам был. Целый курс вот пришли. Немоляева, Саша Лазарев, Женя Лазарев, Марцевич Эдик. Вы знаете, это было просто потрясающе все это. Наблюдать, смотреть, присутствовать на всех этих репетициях. Мы даже сидели, когда, ну, поскольку я там в штате работала, ученицей гримера, я была, когда юбилей театра был приглашена на сцену, мы сидели, как... когда юбилей отмечается, на сцене вся труппа, все работники, и нас поздравляли. Вы знаете, это незабываемо просто все. Я помню, как я один раз послали меня Козыревой одеть парик. И я напугана была, я не знаю как. Ну, молоденькая еще ученица гримера пошла одевать парик Козыревой. А Козырева, она с характером, я ее обожала еще после того, как она «Убийство на улице Данте». Незабываемый фильм просто, где она играла. Мать Казаков играл, сына ее. Это потрясный фильм просто. И я пришла. Но я твердыми руками взяла, начала одевать парик. Был спектакль как раз «Гроза». Катерину она играла. И я, значит, беру, и она: «Больно же!» Как закричит мне. У меня руки аж вздрогнули. Я так одел, продолжаю свое дело. И вы знаете, когда она отыграла спектакль, и она мне сказала спасибо. Для меня бальзам на сердце. У нее парик крепко держался, хорошо. Она спокойно себя уверенно чувствовала. А это очень важно для актера, когда он уверен. Значит, она в меня поверила и прекрасно отыграла спектакль. А как я репетиции эти смотрела? Все. Ой, мама дорогая, как это было здорово. Такие большие актеры. Бабанова Марья Ивановна, Тарасипян, как Бабанова играла Таню, это вообще, как Глизер играла мамашу Кураж, я ни одной мамашу Кураж так не видела в своей жизни. У меня была тоже мечта мамашу Кураж такая.